Главное не первой прийти, а просто выжить. Ой, аккуратно. Я не живая. Мне дали медальку, я в роли выживших. Ой. Друзья, всем привет! Вы на канале FFG TV. Короче, сегодня со мной Милана. Мы сегодня играем в кальмара. Так, пойдем в ангар. Ты где? Все, быстрее, бегу, быстрее, быстрее. 15 секунд. Сейчас уже закроются ворота. 12, 11, 10. Ай, мы можем не успеть. Ты на бег 4, нажала? Да, я бегу. 1, 0, все, мы не успели. Подожди, мы успели. Нет, мы здесь. Доченька, доченька, ко мне. Папа, давай вот сюда. Самое главное запомни. Зеленая линия, бежим. Красная, стой. Ну, старайся бежать быстро. Окей. Лучше останавливайся заранее. Главное не первой прийти, а просто выжить. Стой! Ух ты, блин! Побежали! Стой! Остановись! Милана, остановись! Все. Побежали! Стой! Ты стоишь? Да! Аккуратно, аккуратно, побежали! Блин, тут капец много прям! Милана, ты живая? Да! Аккуратно! Будь осторожен, Фродо! Аккуратно. Я не живая. Блин, ты что сделала, ё-моё? Я за тобой слежу. Вы следите за мной? Уходите и не приходите больше. А-а-а, капец. Блин, что творится? Что-то столько прям. А, я вижу тебя, я вижу. Фу, я успел. Ты добежала, я да. Я успел, есть. Слушай, ну что ты не выжила-то, а? Да блин, я... ладно, а что теперь нажимать? Капец, смотри, столько трупиков. Я, короче, в лобби пойду, да? Ты все, иди на базу. Сейчас, наверное, будет другой этап. Сейчас, наверное, с печенькой будет. Ой, с печенькой ненавижу. Или что-то другое. Сейчас посмотрим. Я сейчас уже через 30 секунд. Сейчас все дойдут, и мы перемещаемся на базу. А я уже на базе. Тут осталось 3 женщины, 3 девочки бегут. Пап, я уже на базе. Окей, сейчас я вернусь туда. Я пока поспею на кровати. Тут, по-моему, можно поменять скин, что ли? А где менять скин? Ну, давайте, доходите быстрее. Green light. Они стали тут вдвоем. Полайн, тын-тын-тын. А где скины менять? А, вон, папа, я сейчас сделаю себе костюм какой-то, не такой скучный. Там что, можно костюм менять? Да, тут оранжевый, фиолетовый, синий, красный, черный. Все, я возвращаюсь на базу, есть. Мне дали медальку, я в роли выживших. Смотри, я под с номером 511. У тебя какой номер, кстати? Я не смотрела. Я не могу найти тут, но тут много кто не выжил. Так, через 30 секунд мы стартуем в какую-то новую... А я тебя не вижу, папа. А, я перешел на следующий этап. Мы с тобой не в одном месте, я сейчас, кто выжил, переходит на следующий этап. А, да? Нас посадили в разные ангары. Капец. Значит, ты начнешь снова в другом ангаре, а я теперь в другом ангаре. Про такое может быть. Кстати, ребят, посоветуйте, посмотреть ли нам с папой, ну, не с папой, посмотреть ли нам фильм «Игра в кальмара». Слушай, мне кажется, он 18+, по-любому. Да, такой, но я бы хотела посмотреть, я вырезки посмотрела. Я все знаю этой игре, все, я все уши вам с папой. Я знаю, ты насмотрела с тиктоков. Да, смотри, я с печенькой. А, у меня 20-19, сейчас игра начнется. Блин, а я с печенькой вообще ни разу не проходил, я не знаю, как ее играть, правда. Я все знаю, я все знаю. А что делать надо? Надо треугольник обвести, ну или какой тебе дома, не сломав печеньку. Если она начнет трескать, ты проиграл. А, да? То есть смотря, что мне попадется. Да, ну там можно хоть сердечко, там зонтик. То есть надо ровно обвести, да? Да, но чтобы не сломалось, если сломать, ты проиграл. А ты там что, ты... Мы еще не начали, у меня еще 30 секунд. Ой, смотри, у меня звезда попалась, я звезду обвожу. У меня треснула птиченька. Все, пап, ты умрешь. Уже? Да, из-за одной царапины ты умрешь. Да ладно, я же все ровно делаю. Ну, вот такие вот правила. То есть я не выживу? Нет. Капец. Да, это жестко. Смотрим, Милана, я выжил. Это не по правилам. Она у меня не обвалилась, она просто чуть-чуть треснула, понимаешь? Она, видать, может прям вообще обвалиться. Все, я играю какую-то игру. Ты где? А я опять заново этот прохожу. А, ты опять проходишь этот гринлайн? Да. Ну, удачи тебе в таком случае. Всего хорошего. Интересно, если я выжил, значит... О, блин, у нас тут много кто не выжил с печенькой. Прям вообще много кто. Кстати, ребят, напишите комментарии, вы смотрели фильм «Игру в кальмара»? «Игра в кальмара»? Или это сериал? Это сериал, это сериал, да, под Netflix. Он идет. Я тоже хочу его посмотреть. Это Япония же, да? Это корейцы, по-моему, сделали. По-моему, корейцы. Ну что, как там у тебя дела? Блин, я что-то очень долго была, и нас запускают у нас двери вот. Это у вас там прям много, да, я смотрю? Вообще. Слушай, у нас тут очень мало выживших. Я не знаю, буквально человек, ну, 12-15, наверное. Ура! А мы запускаемся, наконец-то. Давай, удачи тебе. Там постарайся выиграть. По-моему, в игре в кальмаре не только печенька и вот это. У тебя сейчас что-то будет другое, если ты прошел. Да, если я печеньку прошел, сейчас что-то... Ну, мы ждем сейчас еще, пока ангар не открылся. 20, 19, 18. Постарайся пройти. Даже если ты самая последняя придешь, ничего страшного. А я хочу, наоборот, быстрее. Да ну зачем? Там не дают. Там дают очки за выживших. Так, а мы идем... Так, куда мы идем, интересно? Я иду... Ну я попробую пройти и начать уже печеньку, наконец-то.
Блин, куда нас ведут опять? Я не знаю. Что это такое интересное? Блин, я не знаю. Тут, наверное, надо идти по дороге какой-то. А, я должен канат вытянуть. Я понял. Кто из нас свалится? Чья команда? Нет, нас перетянули. Ё-моё, я не выжил. Ну чё, как ты там? Я не выжил, прикинь. Я в третьем раунде проиграл. А, да. Там канат надо было. Стой, 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 не спеши. Она еще смотрит. Блин, я переживаю за Милану. Я же не маленькая девочка. Не спеши. Лучше подожди здесь. Дойдешь до конца. Е-ей! Молодец, ты переходишь к печеньке. Е-ей, ну, я дошел до третьего этапа, там, где надо было канат тянуть. Так, давай, сейчас green line, red line, телепортинг. Телепортинг. Дмитрий, вы сейчас crazy. 346 minutes later. Что-то она зависла все, мы да, сколько ждем уже? Да, нас телепортируют. Короче, друзья, если вы хотите, чтобы мы больше таких серий снимали, о, телепортировал. Так, давай ладно, играем, пока подождем, тогда так, пока не короче. Папа, давай будем вместе. Ты где? Где? Вот ты. Погнали быстро туда. Сейчас дверь откроют. Waiting for players. Что это значит? Ну, типа, дожидаемся всех. Я тут прыгаю, как все, знаете, там прыгают обычно. Пустите меня на танцпол. Ты как попрыгунчик там прыгаешь. Что ты вытворяешь? Я летаю. Открылись. О, двери открылись. О, все, погнали. Папа, давай быстрее. Ты сама беги, я уже тебя обогнал. Я? Да. А я тебя ждала. Нет, я уже впереди, все, я уже зашел почти. Я зашла. Ты в темноте? Да. Ой, какой я большой. Здрасте. У меня тут телевизор. Ты где? Я тебя не вижу. Я возле двери стою. Дверь открылась, я тебя не вижу. Я тебя вижу, вон ты. А, все, ты с другой двери вышла. Давай быстрее. Все, погнали. Ну, эта игра, она легкая самая. Ой, аккуратно. Я не живая. Ну как легкая? Ой, что у тебя за бусинки висят? А, ну у меня бусинки. У тебя номер 338. А у тебя? А у меня, я не знаю, под плащом. Я, по-моему, 501. Погнали! Ой. Я вообще в самом начале, папа. Не спеши, я тебя подожду. Давай. Давай, я тебя подожду. Офигеть, как она быстро. Да, друзья мои, если вы хотите больше таких игр, обязательно подписывайтесь и пишите в комментариях, снимите вторую, третью, четвертую часть. Мы с Миланой что-нибудь для вас забабацаем. Поиграем в кальмара опять. Да. Вы были на канале FPG TV. Всем удачи, всем пока-пока.